просто что покупали на самом. Ну давай. Так мы немного переехали перед этим. Немного покупались на безлюдном обалденном пляже песчаном. Да, ну диский пляж. Ну диский пляж был. И души, короче. Ну жара сегодня, конечно. В общем, переехали мы в другое место. Не успели отойти. Вот Женя говорит, да? Оттуда. А не, я говорю, то здесь, смотри, вообще ни души нету. Откуда здесь что может взяться? Ну, да. Тем не менее, прошли метров 100, наверное. Да. И у Жени... Там у меня находочка лежит. У Жени находка. Прекрасная находка на сегодня. Покажи, что там я почищу сейчас. Вот такая вот монета. А что за монета? Ты же говоришь, что за монета? Серебруха. 10 копеек серебро царское, друзья. Сейчас я его немножко попробую помыть. Такое. Ну, нормально. В общем, вставочку потом почистим. Мы вставим красиво. Охранник вроде ничего. Покажи. Да, будет хороший. Какой? Какой год? Видно, не? 879. Ну, вроде бы. Нормалек. Идем. Такая вот монетка. Молодец. Да, походим. Походим. Что будет, покажем. Ой. Поле, конечно, лучше. Ходить теперь, ходить. А здесь у нас пляж внизу песчаный. Да. Все? Да, идем дальше.